Вот куда он делся? Это уже реально не смешно. Доченька, я тебя прошу, ты только не нервничай, хорошо? Тебе нельзя нервничать. Тем более повода пока нет. Да как это нет? Он не берет трубку. Значит, что-то случилось. Дочь, не переживай. Все будет хорошо. Папа вернется. Ну, конечно, папа вернется. Куда этот папа денется? Ты же знаешь Сашу. Ну, пусть у него не все получается с первого раза. Но доверять же ему можно. Да? Что-то за столом ты его так не хвалила. Подумаешь, не хвалила. Потому что с нашими мужиками пожестче надо быть. А ты со своим слишком нежная. Вот, пожалуйста, результат налицо. Видишь ли, хочет он берет трубку, хочет не берет трубку. Все, успокоились. Ты маму слушай. На, утрись. Мама тебе плохого не посоветует. Звонит. Звонит. Ну? Алло, Зай, ты где? Что случилось? Привет, Зайка. Слушай, со мной все хорошо, не переживай. Послушай, передай маме, что я занимаюсь нашими вопросами. Ну, мне просто нужно тут посидеть с ребенком. Короче, я скоро вернусь и все объясню. Мужики, телефон! Чертенок не любит ждать. Телефон принесут. Здесь ничего не теряется, если мы этого не захотим. Блять! Саня, как ты меня заебал? Сука, как ты меня заебал! Мало того, что последние 5 лет я постоянно слышу. Гусь, ты дебил! Гусь, ты дебил! О, ебать, гусь, можно я скажу? Ты дебил! Блять, ты понимаешь, из-за этого ебаного сериала мне, блять, люди не доверяют! Евгений, я прочитала, что вы лучший свадебный ведущий в городе. У меня будет свадьба, и я бы хотела, чтобы все прошло идеально. Без проблем. А вот мой будущий муж. Сережа, познакомьтесь. Здравствуйте. О, гусь. Какой гусь? В смысле? Ну, сериал такой был. Там рэпер Ярмак, его кореш гусь, который косячил вечно. Слышь, гусь, ты нам свадьбу не просрешь? Да, блядь, если бы каждый раз, когда меня называют гусем, мне давали 1 гривну, я, блядь, уже стал бы миллиардером. Да если бы, блядь, каждый ебаный раз, когда меня называют дебилом, у меня прибавлялся сантиметр хуя, я б уже Марс трахал. Блядь, сука, и главное, каждый, сука, каждый считает, что в жизни я такой же полный еблан, как и в сериале. Но в жизни все же наоборот, да, Саша? Слушай, Женек, я понимаю, что ты актер, но не устраивай здесь спектакль. Хуякаль, блядь. Слушай, ну потусуешься здесь денечек, тебе никто и слова не скажет. А мне теперь думай, как оправдываться перед Аней, перед тещей. Только кто ж в такой бред, блядь, поверит? Сань, нахрена ты женился? Семья — это же рабство. Притом добровольное рабство. Вот я — свободный художник. Короче, чувак, скажу тебе честно. У меня все так охуенно. Ты прикинь, я их даже не считаю. Понимаешь, я выкупил игру. Я узнал правила и научился играть лучше других. Понимаешь, о чем я? Я тупо сканер. Я их считываю. Ты про тёлок. Про тёлок, про девочек, девушек, женщин. Короче, на днях захотелось экзотики. Ну, люблю такое. Смотри. Айгюль. А? Тупо пылесос, я отвечаю. Бля, чувак, когда ты уже угомонишься? Этот ребенок вырос на нашем селе.
Ну вот, решили лично поздравить. Да ну, пацаны, здорово! Ренат Александрович, с днем рождения. Гусь, для тебя я просто Ренат. Ренат, будьте добры впредь называть меня Евгений или Женя. Понимаете, Гусь — это придуманное имя, образ, роль в сериале. А мы же сейчас не в сериале, правда? Ладно, Гусь, не кипишу. Ко мне можно просто на «ты». Ох, мы, братики, сегодня загудим. Это просто будет бомбический подарок на день рождения. Погнали, я вам хату покажу, а? Ну чё, пацаны, добро пожаловать в мой мир. Прыгайте на сегвей, погнали. Раньше у меня здесь был Диснейленд, но я вырос, и папа сделал гольф-поле. В общем, территория у нас 130 гектар. У нас тут бассейн и вертолетная площадка, спорткомплекс со спа-салоном и свой зоопарк. Хорош! Привет, Ренат! Привет, шкуры! Ничего себе, у малой жопа. Слушай, Гусь, какая жопа? Ты же вроде женат на Марго. Я повторюсь еще раз. Гусь — это персонаж из сериала. И в сериале Гусь действительно был женат на Марго. Но я Женя, я не Гусь. Для меня ты навсегда Гусь. Ладно, пацаны, паркуемся. А это, пацаны, папины малышки. Блять, это ж сколько надо было напиздить. Угу. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Суббота. А воскресенье? А воскресенье, Женя, пиздить нельзя. Ну чё, пацаны, пойдемте, я вам дом покажу. Дом 2600 квадратных метров. Все выполнено из 28 пород дерева финскими мастерами. У нас тут 8 спален, 5 этажей, 3 над землей, 2 под. Ну вот, как-то так и живем. Ну что, пацаны, а теперь погнали ко мне на базу. Девяточка, видяха RTX. На полгодика хватит, а там уже батя новую пекарню подарит. Слушай, сколько стоит такой компьютер? 20 тысяч долларов. Сука, трехкомнатная в Конотопе. Пацаны, если вам в дотку или CS катать, заходите на сайт Telemart.ua, заходите в конфигуратор, выбирайте себе там процессор, материнку, видеокарту. Короче, мне батя тут все покупает. А теперь пойдемте, я вам студию покажу. Ну вот, пацаны, а это моя студия. Ух, нифига себе. Да ладно, это что, рупорт, ниф? Пацаны, да этот пульт только 150 кусков один стоит. Чувак, кто у тебя в семье музыкант? Кто вообще этим пользуется? Да это я в журнале увидел студию. Фотку вырезал и попросил у папы такую. Интересно, кому что твой батя за эту студию вырезал? Гусь, что ты там бормочешь? Женя. Женя говорит, что в детстве тоже из журнала фотки вырезал и на стены клеил. Только батя мне этих телочек не покупал.
Слушайте, чуваки, это просто топчик. Это просто вот лучшая контрольная комната, в которой я бывал. Фух, ничего себе! Слушайте, так это пуш как у меня. Вообще, а давай ты мне поможешь трек написать? Это будет самый бомбический подарок на день рождения. Или вообще, давай фит завалим. Давай сначала бит тебе сделаем, окей? Да ну, вот это благодарочка. Пацаны, знаете, кем я теперь буду? Lil Nat, пацаны, а? Lil Nat, воу! Александрович. Привет, Кианг. Знакомьтесь, пацаны, это Кианг, моя учительница по... Да по всему она все знает. Гусь. Женя. Женя. А это Ярмак, помнишь, я тебе рассказывал? Ну, самый ровный среди всех этих рэпероидов. Да, Ренат Александрович, я помню ваши восхищенные рассказы. Прикинь, Ярмак поможет мне написать трек. Правда круть? Ренат Александрович, с вашего позволения мы обсудим это немного позже. Гости уже приехали, и вас ожидает отец. Пройдемте. Пацаны, я пулей вернусь! Блядь, Саня, это мать моих будущих детей. Что, блядь? Чувак, да ты только что рассказывал, что художнику нужна свобода. Да я тебе отвечаю, я влюбился. Чувак, да я тебя всю жизнь знаю, ты всем так говоришь. Но чувствую я такое впервые. Что ты там чувствуешь? Чувствую. Ну, чувствую, что как минимум должен ей засандалить. Вот, это уже больше похоже на твою пошлую душу. Ну, как-то романтично засандалить. Туман, брат, поздравляю тебя и твоего бойца с днем рождения. От всей братвы с юга. Прими этот подарок. Да ну! Это что, настоящий львенок? Вот это круть! Спасибо огромное! Класс! Спасибо, братья! Спасибо всем, кто столько лет прикрывает мою спину. Спасибо Господу за то, что подарил мне сына, моего воина. Сынок, запомни, туман никогда не опускается. Он появляется внезапно поутру. Форта масти, братва! За туман! Папа, это самый лучший день рождения в моей жизни! Ты самый лучший отец во вселенной Марвел! Я тебя так люблю! Я так рад, сына. Давно тебя не видел таким счастливым. Слушай, а как у тебя получилось уговорить Ярмака и Гуся? Ты же знаешь, сына, я для тебя все сделаю. Папа, спасибо! Прикинь, Ярмак поможет написать мне трек. Но на это нужно время. А можно они у нас останутся еще на недельку? Это будет так круто! Ты же знаешь, нет ничего невозможного. Спасибо, папа! Блин, Сань, я не на шутку завелся. Это уже не просто азарт. Так, у меня есть время сегодня до вечера. Чувак, ты вообще видел ее шарм, ее уровень интеллекта? Да я готов поспорить, что она тебе не даст. Сань, что ты как дикарь? Поспорить.
спорили в 18 веке. Сейчас все делают ставки. Точно я видел, ты же в Инстаграме фаворит рекламируешь. Ну, во-первых, не рекламирую, а мы партнеры. А во-вторых, я просто помогаю людям увеличить количество эмоций. Вот и все. Пацаны, смотрите, что мне подарили. Что? Лев? Ни хрена себе. Ну да. Чувак, живой лев? Я в шоке. А можно подержать? Да. Эй, малыш, иди сюда. Капец. Живой лев, чувак. Блин, впервые держу льва на руках. Тань, ну что ты врешь? Впервые ты держал льва на руках, когда я напился, и ты меня на первом курсе вообще обутянул. Чувак, это был максимум подбитый лось. Сам ты лось. Лось, гусь, лев. Ренат Александрович, я прошу прощения, но у львенка нужно покормить. Я могу его забрать? Уже? Угу. Ну ладно. Девушка, а может я вам помогу? Я снимаюсь в кино, я профессиональный кинолог. Благодарю за предложение. Но если львенок прокусит вам руку, вам хватит актерского мастерства сыграть спокойствие перед девушкой? Я думаю, вы плохо меня знаете. Зато хорошо знаю ваше животное намерение. Александр, пройдемте с нами. Отец Рената хочет с вами поговорить. Вот сучка. Ну что, Слон, как дела твои? Ты видел, какую землю за выжигом оторвал? 70 гектаров земли из заповедника. Зайчики, кабанчики бегают. Уже бы все достроил, если бы не этот клоун. Ты видел, что этот новый президент творит? Табак уже 2 недели не ходит. Корабли с донецким углем в Одессе стоят. Комплектующие для БТР слили. Узнали, что из России возим. Ну а ты что думаешь? Что делать будем? Ты знаешь, Слон, по-моему, дело не в президенте. Я думаю, дело в менталитете. Наш человек как устроен? Ему сколько ни дай, все мало будет. Сам дом в заповеднике достраивает, а у своих пиздит. А потом сливает. Да ты чё, Туман? Да мы с тобой по малолетке! Балда, блядь, ты чё творишь? Костюм светлый, я ж просил аккуратно. О, Саня, проходи. Балдана, надо поговорить. Ну что, как вам у нас? Да что, шикарно живете, Александр Владимирович. Слушай, ты не обижайся, что я хотел вас в подарочную коробку засунуть. Я ж не знал, что вы пацаны ровные. Никогда сына таким счастливым не видел. Саш, я слышал, у тебя там небольшие проблемы по кредиту были. Я твоему застройщику землю решал. В общем, я твой кредит закрыл полностью. Слушайте, спасибо большое, но это правда того не стоило. Поверь, я знаю цену всему. У меня к тебе будет предложение. Давай вы со своим другом останетесь еще на неделю, а я решу все ваши проблемы. Александр Владимирович, правда, при всем желании, ну, вы поймите, у меня самое ближайшее время жена рожает. Я знаю. Мы уже определили ее в самую лучшую, самую новую клинику в стране. Лалека. Слышал? Слышал. Я вам, конечно, очень благодарен, но это не отменяет того, что в самый важный момент нашей жизни я должен быть рядом с женой. Я никогда ни перед кем не унижаюсь и ничего не прошу. Просто хочу, чтобы ты знал. У Рената редкое аутоиммунное заболевание. Это когда иммунная система по ошибке атакует собственные органы или ткани. В случае с Ренатом она атакует нейроны, отвечающие за состояние бодрствования и сна. В
Во время приступа он просто падает и засыпает на несколько минут. Поэтому я пытаюсь ему создать условия, отвечающие за количество гипокретина и орексина в крови. Проще говоря, если он испытывает положительные эмоции, приступов становится меньше. Нифига себе. Слушайте, и как это вообще болезнь называется? У Рената редчайшая форма нарколепсии. Его мать была потрясающей красоты женщина, но плотно сидела на кокаине. Когда она забеременела, она этого не знала и продолжала нюхать дальше. Случилось так, что ребенок родился на 7-м месяце и еле выжил. В результате комплекса этих причин случился генетический сбой, так говорят врачи. Его мать умерла, когда ему было 2 года. Я объездил с ним все лучшие клиники мира. Но у него настолько редкая форма, что все просто разводят руками. В любой момент он может просто упасть, уснуть и никогда не проснуться. Поэтому я, как отец, стараюсь дарить только положительные эмоции. Слушайте, ну, это, конечно, все объясняет. Саня, неделя. А когда жена рожать будет, мы ее на Мерседесе прямо в палату завезем. Слышь, малой, а Кианг — это женщина твоего папы? Да не, она учительница, телохранитель, помощник. Да она реально умеет все. Я тоже думаю, что она реально умеет все. Я сейчас. Айгюль, зайка, я же говорил, что ты захочешь повторить. Эй, ты где, собака? Вы кто и что вам надо? Мы кто? Мы братья Айгюль. Мы тебя за сестру, сука, резать будем. Мы все. Я, Абдул, Абид, Адиль, Алим, Арслан, Аскер, Ахмед. Ах, как больно тебе будет, сука. А, ребят, вы что-то перепутали. На самом деле, Айгюль моя подруга. Я бы ее и пальцем не тронул. Она сказала, каким пальцем ты ее трогал. Где ты, чертила? Я не в городе. Мы ждем тебя у подъезда. Мы везде. На каждой остановке. За каждым поворотом. Где бы ты ни был. Куда бы ты ни спрятался. Мы найдем тебя, черт. Слушай, Жень. Братан, я понимаю, что из-за меня ты постоянно попадаешь в разные неприятности. Я тут поговорил с отцом и... Короче, мы должны остаться еще на неделю. Саня, как ты меня заебал!